Обзор по паре новозеландского доллара к американскому доллару, часовой график. После продолжительного практически двухнедельного нахождения над уровнем поддержки 69.73 и формированием многочисленных вершин, что лучше заметно на 4-часовом графике, во вчерашнюю сессию предпринялась попытка, но она оказалась более удачной в сегодняшних азиатских торгах, попытка преодоления данного уровня и закрепления над ним, которое ожидается в ближайшие часы. Данный факт при общем нисходящем глобальном движении, что заметно на дневном графике, на 4-часовом графике, это также заметно. Факт преодоления данного ключевого уровня поддержки свидетельствует о повышении активности продавцов на данном рынке. И при поддерживающих факторах американского доллара за последние несколько торговых сессий, вчера это были данные более сильные, чем ожидались данные по росту ВВП, а также положительные для доллара заявления представителей Федеральной резервной системы касательно процентной ставки, дальнейшее снижение на фоне именно укрепляющегося американского доллара на данном рынке более вероятно. По этой причине рекомендую заключение сделок от сопротивления 69.93 с первой фиксацией при достижении поддержки 69.48.